Чистая работа. В Муроме прошел массовый субботник. В праздничные выходные на улицы города вышли более 5000 человек, в том числе работники администрации, муниципальных предприятий и депутаты. Всего собрали более 200 тонн мусора. Дорожный десант побывал и в парке 50-летия советской власти. Дружные, с хорошим настроением сотрудники администрации и муниципальных предприятий убирают сухие ветки и пеньки. Перед предстоящей реконструкцией парк в первую очередь нужно очистить от аварийных и больных деревьев. На субботнике в Муроме трудится и вице-губернатор Роман Русанов. Его визит был запланирован. Вместе с главой города Сергеем Евгеньевичем Рычковым занимаемся уборкой парка. Надеемся, что в ближайшее время будет парк реконструирован. Евгений Евгеньевич, насколько я знаю, уже 2 парка сделал. Очень хороший парк, действительно, молодежи нравится. Надеюсь, что благодаря, в том числе и нашими усилиями, этот парк будет в ближайшее время благоустроен и станет таким местом притяжения молодежи и жителей города Муроме. Такие субботники уже стали традицией. Перед масштабной реконструкцией площадки прибирали и в парке Гагарина, и в Молодежном. Эту территорию тоже ждет новая жизнь. При этом самый большой парк Мурома сохранит свою индивидуальность. Сегодня идет разработка окончательного проекта, который будет вынесен на всеобщее обсуждение. Их будет несколько вариантов. А пока здесь убрали те деревья, которые являются больными. И что касается вот именно работы с зеленым насаждением, то она закончена. Вот уже в проектах останется тот лес, который сегодня мы имеем. За исключением тех деревьев, которые сегодня были убраны. Перед парковым хозяйством поставлена задача сохранить зеленый уголок, поэтому убираются только опасные деревья. Спилено 20 хвойных деревьев, это пораженных жуком короедом. Сносится для того, чтобы в дальнейшем жук не распространялся. И 44 лиственных деревьев. Наряду с работниками администрации вышли на субботник и депутаты. Этот день у них в буквальном смысле выдался жарким. 19 человек работали в сквере на Южном, около бывшего кинотеатра «30 лет Победы». Поработали хорошо, я считаю, поработали. И вот продолжение, субботник сегодня еще и здесь. Вот. Поработали на совесть. Теперь парк уже может готовиться к следующему этапу своего благоустройства. Ирина Радужная, Николай Молоденов, Новости Муром.